На центральной площади города прошел смотр «Конкурс строя и песни» среди студентов профессиональных учебных заведений и школьников «Электростали». Ежегодно Управление по культуре и делам молодежи совместно с городским центром патриотического воспитания проводит смотр-конкурс среди допризывной молодежи. На этот раз на мероприятии присутствовал герой России Геннадий Цацорин. Я думаю, вы сегодня покажете все свое умение, все навыки строевой подготовки, своей подтянутости, слаженности. Ну и, конечно же, посвятите этот день памяти тех, кто сражался за нашу Родину. Еще раз с праздником вас, ребята, и удачи! Действия команд оценивали представители войсковой части 3270 и военного комиссариата, а также руководители команд, участниц смотра. Ребята маршировали и выполняли различные строевые движения, а также во весь голос пели патриотические песни. Песню запей! Бой! Мы так давно не отдыхали! Нам было просто не до отдыха с тобой. По итогам смотра первое место заняла команда Электростальского колледжа. Второе – у команды техникума отраслевых технологий. Бронзовыми призерами стали кадеты средней школы номер 18. Победители приняли участие в параде 9 мая.